Меньше недели остается у владельцев машин с армянскими номерами для регистрации своих автотранспортных средств на территории Казахстана. Напомним, с 1 июня по 1 сентября текущего года действует срок регистрации автомашин с зарубежными номерными знаками. За этот период в спецзоне города Семей соответствующее оформление прошли 34 автомобиля, имеющих армянские номера. На данный момент процедура регистрации продолжается, и специалисты автозона рекомендуют не откладывать ее до последнего момента. Напомним, в начале следующего месяца истекает срок регистрации автомобилей с армянскими номерами. Регистрации подлежат автомобили с левосторонним рулем, оформленные в уполномоченном органе Армении на граждан Казахстана и завезенные до 1 февраля 2020 года. Как отмечают представители специализированного ЦОНа города Семей, с начала кампании по регистрации автотранспортных средств, ввезенных из стран Евразийского экономического союза, в нашем регионе данную процедуру прошли более 30 владельцев машин с армянскими номерными знаками. С 1 июня начали мы регистрацию транспортных средств с Армении до 1 сентября. На сегодняшний день зарегистрировано 34 машины. Каждый день приезжают, консультируются. Но пока у нас до 1 сентября есть срок. Ожидаем с людей, так как 1 заканчивается срок регистрации. Что касается переоборудованных автомашин с армянскими номерами, то, учитывая обращение граждан, Комитетом технического регулирования и метрологии создаются условия для регистрации транспортных средств, в которых расположение руля перенесено справа налево. При оформлении праворульных машин, то у нас, вы прекрасно знаете, что запрещено у нас регистрация транспортных средств с праворульным движением, так как это с 2009 года, согласно закону о дорожном движении. Но в случае, если люди есть, которые обращаются, которые перекидывают руль справа на левый руль, то им необходимо будет свидетельство о безопасности конструкции транспортных средств. Если у них получают данные свидетельства, то возможно будет переоформление на того владельца, на кого оформлено по армянским данным на гражданина Казахстана. Стоит сказать, что на сегодняшний день цифровые технологии и коммуникационные системы позволяют сократить время оформления и перерегистрации автотранспортного средства до 20 минут. Но в связи с действующими санитарными нормами, владельцам машин при посещении ЦОНа необходимо будет соблюдать установленные требования. Практики процедуры регистрации транспортных средств с Армении занимает около 20 минут. Да, для этого необходимо будет забронировать очередь и прийти в указанное время. Посещение автозона строго в масках, соблюдение всех норм. До 1 сентября остались считанные дни. В связи с этим владельцы авто с номерными знаками Армении должны поторопиться и перерегистрировать свое транспортное средство в соответствии с действующими правилами Республики Казахстан и только потом эксплуатировать его на территории нашей страны на законных основаниях. Самат Секенов, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».